Здравствуйте, меня зовут Марк Серапионов. Я живу в Санкт-Петербурге. Я учусь в детской музыкальной школе номер 7. Мою учительницу зовут Татьяна Георгиевна Васильева. Я учусь на инструменте фортепиано. Я играю на фортепиано, потому что я люблю этот очень инструмент. И просто люблю музыку. Моя мама первый раз познакомила меня с моей учительницей, когда мне было 5 лет. Мне так понравилась моя учительница, что я занимался сначала даже немного ради нее. Если нужно классическую музыку характеризовать одним словом, то я бы выбрал слово «море». Потому что море, как и классическая музыка, очень разное. Например, очень большие, бурные места в море с большими волнами. Это, например, Бетховен. А небольшие волны и тихие – это, к примеру, Моцарт. Острова, которые встречаются, например, в море, это паузы. Когда играешь музыку, как будто окунаешься в это море и сам выбираешь место, выбираешь себе свою волну, то есть композитор, например, и произведение.